изучаем его подробнее. WebZ поставляется в красивой картонной коробке черного цвета с вырезанным названием модели. Здесь же указаны основные характеристики. Это экран 5,5 дюймов, 13 мегапикселей основная камера, 5 мегапиксельная фронтальная. В комплекте поставки помимо самого смартфона имеется в специальной черной коробочке документация вместе со шпилькой для открытия слота для микросим-карты. И еще в двух внутренних коробочках наушники белого цвета с дополнительными подушечками. Зарядка 1,5 ампера и микро-USB кабель. Всю переднюю панель, естественно, занимает экран с разрешением Full HD 1920 на 1080, диагональю 5,5 дюймов, сделаны по технологии IPS с большими углами обзора. Под экраном размещены три сенсорные кнопки управления, которые активируются во время работы. Сверху над экраном разговорный динамик, фронтальная 5-мегапиксельная камера. На первый взгляд кажется, что корпус металлический, в мелкую сеточку. На самом деле это пластик, в том числе и глянцевый пластик окантовки. На верхнем торце расположен аудиораздъем, кнопка питания, блокировки экрана. Слева регулятор громкости. Внизу порт микро-USB и отверстие микрофона. Справа слот для микросим-карты. На задней панели имеется динамик громкой связи. Надпись Lenovo. Основная 13-мегапиксельная камера со светодиодной вспышкой и отверстием микрофона. Lenovo WebZ работает на Android 4.4.2 с установленным поверх фирменным интерфейсом, который достаточно удобный и легко реагирует в работе. Сердце смартфона является мощный 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 800 с частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 330. Оперативная память 2 ГБ, встроенная 16, из которых доступно около 12. Кстати, нет слота для microSD карты. Мощная начинка позволяет смартфону показывать самые высокие результаты в тестах производительности. Здесь, естественно, идут любые игры и воспроизводится Full HD. Камера имеет простые и удобные настройки и позволяет получать высококачественное видео вплоть до разрешения Full HD и отличное фото. Особенно при ярком солнечном освещении. Батарея на 3000 мАч позволяет смотреть видео более 8 часов или разговаривать по телефону около 8 часов. Несмотря на это, в смартфоне есть специальный Power Manager, который позволит еще более увеличить ресурс работы батареи. Lenovo WebZ
не подкачал и не разочаровал. Это мощный и стильный смартфон с тонким корпусом. Единственное, что хотелось бы увидеть все-таки настоящий металлический корпус, а не стилизацию под металл. Стоит же смартфон около $440. Оставляйте лайки, комментарии, делитесь моим видео в социальных сетях, размещайте его на своих сайтах, сравнивайте данную модель с другими смартфонами. Подписывайтесь на мой канал, каждую среду и субботу новые видеообзоры.